Всем привет, с вами Вероника, и на этот раз, как я и обещала в одном из видео, это реакция на Димашку Дайбергенов. Волосик попал. Димашку Дайбергенов, Дидау, Славянский базар, 15-й год. И начнем смотреть, раз, два, три, поехали. Не включилась. Ладно, раз, два, три, поехали. Торжественное закрытие. Витебске. На этой сцене обладатель гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015». Встречайте! Так поклонился, прикольно все. Дайди Дау, забыл сказать название. Всегда поражаюсь, сколько меняет тембр голоса. Если не ошибаюсь, то это песня русской девушки о парне казахе. Она влюбилась в него. Вроде бы это. Я буду поражаться, когда он берет ноты высокие. Сколько ему здесь лет, скажите, пожалуйста, потому что он так молодо здесь выглядит. Лет на 16, даже 15, может, постарше, конечно. Так красиво поет. Такой молодец! Конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015» Димаш Кудайберген,
Казахстан. Димаш Кудайберген. Блин. Это круто, мне понравилось. Он, знаете, если честно, он так молодо здесь выглядит, как будто он еще какой-то такой мальчик. Я знала, кто-то мне писал даже вроде в комментариях, то, что специально Димаш свой стиль поменял, именно стиль одежды. И в I'm Singer ему этот стиль очень-очень-очень-очень-очень идет, серьезно. Тут он такой прям маленький, такой хорошенький. А там уже такой взрослый, там брутальный такой парень, так скажем. Вот. Мне очень понравилось, Димаш всегда на высоте, я вижу, что да, на самом деле у него потрясающий голос, просто потрясающий талант. Нигде, не везде такое найдешь, пересчитаем по пальцам, как говорится, да. Вот, поэтому, пожалуйста, поддерживайте его вместе со мной. Мне кажется, это будет очень круто, если мы вместе с вами будем за него болеть на I'm Singer. Всех вас очень сильно люблю. Пока!